встречи. Как вас зовут? Анна-Мария. Влада. Молодцы. Скажите, пожалуйста, сколько вам годиков? 10. 6. Молодцы. Ну, раз пришли, останетесь со мной на сцене. Я для вас песню спою. Да. Да. Это песня для вас. Эти движения, которые я буду делать, они совсем не сложные. Вы, пожалуйста, повторите за мной. Договорились? Да. Молодцы. Ну, а вы, впрочем, как вы всегда можете нам помогать. Под стеклом я на людей смотрю в окно. Дождливый час, день и ночь. Отвожу стеклянный глаз. С утра будет небо, а девчушка говорит, какая грустная игрушка. Па-па-па-дай, па-па-па-дай. Есть теперь простая радость ребенка.